Потеряв зрение, сохранить вкус к жизни и помочь окружающим. Фермер из североказахстанской глубинки призывает односельчан не уезжать в поисках лучшей жизни. Он уверен, село ждет хорошее будущее. История человека в следующем сюжете. До того, как потерял зрение, я все места помню. Все и сопку, и речку, и улицы. Яншыбай Алимжанов из родной деревни никогда не уезжал, но в последний раз видел ее, еще будучи мальчишкой. В 13 лет он потерял зрение, говорит, ходил пешком в школу в соседний аул и зимой сильно обморозил лицо. У него всего 6 классов образования, но несмотря на трудности, сельчанин смог создать свое фермерское хозяйство и руководит им уже 15-й год. Не особо не поддерживаю тех, которые сейчас уезжают. Я им говорю, вы сейчас трудные времена переживаете. А в перспективе оно все будет. Вот государство сейчас за последние годы поворачивается лицом, оказывает поддержку вот, селу. Сейчас молодежи вот это, с дипломом в село. Вот это все, вот эти программы, сейчас субсидии увеличиваются на сельское хозяйство. Аул Тохты находится далеко от областного центра. Дороги туда ведут не самые лучшие. Здесь всего несколько улиц. Мечта фермера Яншыбая Алимжанова, чтобы село со временем не опустело. Поэтому он старается помогать своим землякам и вместе с Акимом решает деревенские проблемы. Недавно был такой разговор, он спрашивал у меня, как можно, сколько будет стоить вода, если провести в эту деревню. Ну вот у нас башня, и каждому дому, говорит, провести воду, чтобы отсюда никто не уезжал, вот он хочет это социальное будет сделать. 17 лет Яншыбай Алимжанов проработал завклубом в деревне. Музыка – это еще одна моя слабость, признается сельчанин. Говорит, с песней и жить легче. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов и Дмитрий Рура, Североказахстанская область.